Добрый день, дорогие зрители! Скучаете по путешествиям по Италии? Пять классных фильмов, с которыми можно путешествовать, не выходя из дома. Талантливый мистер Рипли. Том Рипли знал, что рано или поздно он пробьется наверх. Однажды после случайного знакомства один из богатейших людей Америки дает ему поручение съездить в Италию и убедить его сына, транжирящего деньги в Европе, вернуться в Штаты. Римские приключения. Комедия, действие которой происходит в одном из самых прекрасных городов мира. Мы встретим известного американского архитектора, переживающего вторую юность, простого обывателя, неожиданно проснувшегося знаменитым, молодоженов из провинции, каждого из которых ждут романтические открытия, и американского оперного постановщика, задумавшего вывести на сцену поющего работника похоронного бюро. Молодожены. Ведущий местной радиостанции Том, играя на пляже в американский футбол, неожиданно поражает мячом случайную жертву, которой оказывается Сара. После ее падения на пляжный песок между героями происходит обмен извинениями, а уже через несколько недель Том и Сара жизни друг без друга представить не могут, о чем и рассказывают своим родителям. Ангелы и демоны. Весь мир замер в ожидании свершения древнейшей церемонии – выбора главы католической церкви Папы Римского. Но в судьбоносное решение вмешивается некая могущественная сила – заклятый враг католической церкви, таинственный орган и орден иллюминатов. Кандидаты на священный пост подвергаются свирепой ритуальной расправе один за другим. Комната с видом. 1907 год. Люси, благовоспитанная английская леди, путешествует по Италии в сопровождении тети Шарлотты, чье воспитание просто безупречно. Но после того, как Люси удостоилась поцелуя от недостаточно светского поклонника, ее не спасет от страданий любви ни поспешный отъезд в безмятежную Англию, ни помолвка с подходящим джентльменом своего круга.